Друзья, всем привет! Сегодня выезжаем на охоту. У нас похолодало в крае. Ночами до минус 14, минус 15. Снежок лежит. Сейчас поедем потопчемся по зайчику, по фазанчику. Ну и может быть уточка будет. Поедем туда, где пруд небольшой. Посмотрим, в общем. Пустыми не приедем однозначно. Да, Дарюшка? Такая вот у нас погодка. Снежок. Короче, кайф одним словом. Ты радуешься, да? Да сейчас поедем, Дарюшка, сейчас поедем. Сейчас поедешь. Тише, аккуратнее. Иди. Залазь. Иди, залазь. Давай, залазь, Дарь. Иди, залазь. Иди на место. Да ты ж моя умничка, соскучилась за охотой, да, Дарюшка? Друзья, честно говоря, как же долго мы ждали эту погоду. Для Краснодарского края это редкость, ну, за исключением горной местности, когда вот снег лежит, минус большой по ночам. Прям одна радость на душе. Но с понедельника, со следующей недели уже потепление опять. То есть все потает там до плюс 7. Вот. А потом опять похолодание. Ну, в общем, кубанская зима. На самом деле кайф вообще потоптаться по снегу. Единственное, разговаривал с другими охотниками. Ездили по утке на вечерку. На ночь, на полночи оставались. Вообще по нулям. Утка куда-то сместилась. Она вообще не летает. Непонятно, где она, чем она кормится. Не знаю. Алло. Да, да, слышу. Ну чё ты, где ты? В смысле, где? Тебя жду. Так выходи, тебя долго ждать. Блять, просил же, блять, как будто. Ты же сказал, 12. Так, 12. Ага, просил же, блять, будешь выезжать, набирай, чтобы я уже... Все, давай, поменьше матов. Давай. Давай. Вот он, кипишной в этом плане. Идет дядька. Ну ты дори-дори, блять. Чего ты? А что сейчас мороз. Снег, да? Ну как ты рассказываешь, 100 лет ты постарел. Я, бля, похудел на 9 килограмм, я сейчас взвесился, прикинь. Короче, Толян вчера пошел на охоту с собачкой со своей. 3 зайчика поднял. Показатель один был. Где-то вот в этих краях, не знаю. Вот эти края еще могут. Да. А тут вот где? Вот эти фермеры, по крайней мере, не травят так, как здесь. Ну да, да. Здесь как-то травят сильно. Сейчас. Когда мы с Дэном ходили, мышей просто капец. А потом куда-то мы с этого поля снялись, уехали, назад едем. Назад едем машиной, трактор у них, понял? И люди ходят по полю, собирают шмуров. Мышей, ну, походу, там и зайцы. Ну да. Не видишь, косяк он идет? Над Львовкой. А, он не над Львовкой. А, он сейчас... Смотри, как он низко идет. Он низко, а он сейчас где-то на посадку кого-то хочет. Да, смотри. Вот сейчас я вижу. Прикинь. Слушай, он над Местиной наша вообще четко да, идет. Да, 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 да. Вот это вот песчаная система. Максимум 2 дерева высота у него. Прикинь. Метров тут 20-25. Тянет. Вот там где-то кукурузные поля. Нет, там зеленя, он туда на зеленя все время идет. На песчаную систему. Хочешь, можно оттуда попробовать заехать, сейчас посмотреть. С песчанки. Ты видишь? Да вижу, вон он идет. А вон гусь садится в поле. Никит, я не вижу. Упал он, упал. Опусти. Упал, прикинь. Упал, упал, Рус в поле.
Мы нам только пешком идти. Ники, не будь этим серым, блядь. Я тебе говорю, вот они, чека 4 отсюда, вот туда вот они упали. Ты заметил, лесополосы. Они идут, ну вот тут может только ныкаться, где-то в лесополосах. Надо отталкивать. Может, да, конечно, отталкивай, ага. Видишь, на льду стоит, даже машина да, не да, да, да. Блин, такая стая гуся села тут неподалеку, но навряд ли получится добыть ее. Это надо конкретно, а мы с собачкой, собачка нам помешает. Это от чужих, а не бочку. Да, понятное дело. А мы-то не чужие. Да, мы местные пацаны. Сюда, на месте, Дори, только на месте, пока не ходи никуда. Ты меня слышишь, Дори? Рядышком будь, Дорюшка. Рядом. Дори. Дори. Че? Пирог. Опа. Опа. Дори, здесь будь. Давай, привет. Нормально, да, она поправилась? Заряжай как минимум 4. Я всегда по 5 заряжаю. А, стреляешь по 2, блин. Я просто зайцы будут, блядь, и далеко идти. И близко идти. Да. Контейнер или без? Все подряд. Блядь, Дори, хуёво. Снег придется жрать тебе. Дори. Сейчас посмотрим. Сейчас вот этот обойдем. Ну можно и вот тут посередине. А, да, вот тут сейчас зайдем. Вот тут между теплицами. Там, ну потом точно будет. Вот там зайцы в конце теплицы. Потом обошли только дом еще один. Все, огонь? Да. Справа. Пойдем, моя хорошая. Давай, ищи. Ищи, Дарюшка. Подскакивай. Да? Блять, мы сами хотим подскакивать. А вот так обойти его. Правильно. Надо заходить. Пойдем, Дарюнь. Ищи. Поищи, Дори, поищи. Поищи. Куда ее бить? Ты видел, как она пошла? Поищи, Дори, поищи. Дори так дела или под тебя? Не, услышала. Заяц! Все, Никит, лайк. Блядь! Фу, Дори!
Фу, все. Фу, Дори. Фу! Дори, фу. Да ихуя, килл 6-7. То что у меня кот 5 килограмм, блядь, или намного. Пойдем дальше. Звуки, да, получаются, как будто фазан стоят. Ну пойдемте прямо, чё? Ищи, поищи, Дарь. Поищи, 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 поищи. Давай, поищи. Поищи, поищи, поищи. Поищи, поищи, моя хорошая. Поищи. Поищи, Дарь. Да, вон побежал. Сюда иди, Дори. Нет, рядом, я пока нацелился. Не, сюда иди, Дори. И он оттуда тянул, вон кровь идет. Вот, вот, вот. Дори, отойди. И вот кровь. И причем свежак, понял? Я тебе скажу, вот еще не бегал, но там зайцы. Я тебе скажу, показательники, хорошее поле. Ты видишь, два уже видели сюда зайцы. Ну, одного взяли, да, два видели. А? Так и вот кровь, слышишь? И вот кровь. Да, тут побили его нормально сегодня. Ну да. Тучи такие тянут, капец. Точно снег пойдет. Пойдем, Дарин. Мы вот тут торпили, как засядем, блядь. Да. И вышли будем. Да, да. Так а что, они где-то тут и тянули? Они вот туда тянули. Дальше они потянули. Они вот так как-то прошли. Они вот так вот прошли, но пошли они туда. Что, ну двух зайчиков видели, одного добыли, одного не попали, вернее не попал. Фазанчики поднимались тоже, ну далековато, но тем не менее, ну мало фазанов, очень мало. Да, там краем будет тоже лежать. Давай тут сначала пройдем, а потом... Хлопушки тоже такие, не маленькие. Иди сюда! Дори, сюда! Сюда! Сюда, я говорю! Сюда иди ко мне! Аликона его подняла, видишь? Я говорил, по над краем будет там. Блядь, пиздец, смотри, сколько зайцев тут. Ну, три ж три зайца. Интересно все-таки, чья это кровь. Я думаю, это не зайцы. Ну, слишком много крови, он, ну... Может, реально собака? Собачку, наверное, подранили. Блядь. Подранили. Бедолажку. Там он вообще, смотри. Аж это. Шерсти-то нету, ты видишь? Ну да.